Антона Хоменко уже много лет поддерживают всей страной. 14 лет парень борется за жизнь, проходит тяжелые испытания. Деньги на операцию собирали несколько лет. Вскоре Антона ждет пересадка почки в Берлине, после чего длительный курс реабилитации. Помочь собрать деньги решили в одной из одесских школ. В поддержку мальчика организовали флешмоб и концерт. Участвуем в этом джинсовом показе, чтобы собрать Антону деньги на лечение. Я желаю Антону, чтобы он больше не болел и присоединился к нашему показу. Средства на операцию по трансплантации почки собраны. Донором станет мама мальчика. Отдав здоровую почку, она останется с больной. Теперь мы собираем на реабилитацию после операции. Почему? Потому что здоровую почку мама отдает свою. Ей уже 55 лет, и она остается с больной, так как у нее тоже полинефрит почки, и они будут в Германии делать операцию. Помогли, конечно, очень много немецкие спонсоры, поэтому на операцию уже есть. Перед операцией немецкие врачи выдвинули условия. Антону требуется получить 17 прививок. После каждой вакцинации должно пройти время, да и найти нужную вакцину нелегко. Приходится часто заказывать за границей и подолгу ждать. Не надо быть медиком, чтобы проникнуться в проблему этого ребенка. К сожалению, у него жизнь – одни больницы, но наш Тоша, я его так называю, не сдается. Он играет на фортепиано, он сдает экзамены, и он мечтает стать всемирно известным музыкантом. 14-летний Антон Хоменко мечтает стать пианистом. Несмотря на постоянную слабость и быструю утомляемость, парень продолжает играть перед публикой. Семья обращается ко всем неравнодушным одесситам за помощью. Реквизиты на экране. Светлана Давжук, Денис Тру, телеканал «Репортер».